Но Сахаджа-йога — это то самое взрывное великое событие, посредством которого творение Бога раскроется во всей своей полноте и узнает свое значение. Вот насколько она велика. Возможно, мы не сознаем этого. Но когда мы говорим «мы Сахаджа-йоги», вы должны знать, насколько сильно вы должны отождествлять себя с истинной сахаджа-йоги, чтобы быть сахаджа-йогом, и от сколь многих ложных отождествлений, висящих на вас, необходимо избавиться. Люди называют это жертвой. Я не считаю, что это жертва. Если вам кажется, что что-то стоит на вашем пути, вы стараетесь избавиться от этой помехи. Подобным образом, если вы отстранитесь от своих затруднений, вы сможете понять, что эти затруднения стоят на вашем пути, и они не ваши собственные, они тормозят ваш прогресс. Поэтому вы должны освободиться от этих ложных отождествлений в ваших умах полностью и стараться быть все больше и больше собой, а не ложным отождествлением. Я думаю, это одна из проблем, которая есть у людей здесь. Когда бы я ни получала какие-либо жалобы или еще что-либо, я понимаю, что надлежащий уровень понимания сахаджа-йоги все еще не достигнут. Это колоссальная задача. И в связи с этим, если вы те люди, которые должны подняться, если вы те люди, которые должны побороть это, вы должны понимать это в полном объеме, а также понимать, где вы находитесь для этого, как много вы должны сделать, как сильно вы должны улучшить себя, поскольку вы те люди, которым предстоит возвести сахаджа-йогу в то положение, которого она должна достичь. Потому что если говорить обо мне, я больше ничего не должна делать. Я это сделала. Теперь вы должны получить, вы должны пропитаться этим, и вы должны изменить все. Это ваша работа, и вот почему это серьезный вопрос. Второй момент. Я всегда говорю, что в связи с проблемой эго мы очень разобщены. Мы настолько разобщены, что связь с божественностью никогда не устанавливается надлежащим образом. Как я говорила, если этот микрофон разделен на 5 частей, и все они дерутся друг с другом, вы не сможете ничего сделать с его помощью, хоть он и подключен к сети. Точно так же, если вы все еще остаетесь разделенными, вы не сможете получить этого соединения. Например, люди пришли сюда, я это видела, за сахаджа-йогой. Теперь же у них другие интересы, другие приоритеты и другие вещи, которые очень для них важны. Они постоянно тратят на них все свое время, а потом говорят: «Мать, мы не очень прогрессируем в сахаджа-йоге». Только если вы решите, как он вам до этого сказал, что в первую очередь мы должны заниматься сахаджа-йогой, а потом другими вещами, только тогда сахаджа-йога может по-настоящему установиться внутри вас. Некоторые сахаджа-йоги у нас будут очень высокого уровня, я знаю это, а некоторые будут весьма посредственного уровня. Кто-то будет абсолютно бесполезным, а кто-то будет полностью выброшенным. У нас будут все типы. Это я также знаю. Теперь вы должны сами решить, куда вам идти, как далеко. Как вы собираетесь уйти? Если вы собираетесь впустую тратить свое время на размышления о других сахаджа-йогах и всяких мелочных пустых вещах, как он сказал, ваша разобщенность будет увеличиваться. Вы будете разделяться все больше и больше, поскольку все эти решения принимаются через ваше эго. Мне это не нравится, я этого не делаю, я этого не вижу. Если бы вы смогли каким-то образом увидеть, как работает ваше эго, тогда вы могли бы избавиться от него. И это именно то, что следует сделать, а не бороться с ним. Я никогда не говорю «сражайтесь с эго», но отдача на милость — это единственный способ избавиться от вашего эго. И вот почему прогресс на Западе, как вы заметили, гораздо меньше, чем в Индии. Возьмем конкретный случай господина Венугопалана. Он действительно замечательный, потому что этот человек, который занимает очень высокое положение в Индии. Здесь же я вижу, что даже если человек, скажем, посудомойщик, и он приходит в сахаджа-йогу, все равно его эго настолько велико, что по сравнению с ним даже эго нашего премьер-министра будет не таким большим. Как он будет разговаривать? «Мне это не нравится, я делаю то, это». Я сама удивляюсь тому, как люди разговаривают,
как будто все стали королями Англии или еще кем-то. Вот как они говорят. Понимаете, нужно говорить это людям, когда они приходят сюда. Не тратьте понапрасну энергию Шри Матаджи на споры и прочее. Потому что все здесь мнят о себе бог весть что. И в этом самая большая трудность, которая у них есть. Даже когда они приходят впервые, это оказывается таким трудным. Я должна постоянно выражать все свое восхищение их эго, просто для того, чтобы удовлетворить их, чтобы они пришли в себя. И вот почему прогресс уменьшается. Если говорить о господине Венугопалане, то он человек, который побывал у всевозможных ужасных гуру. И его жена также была у всевозможных ужасных гуру. Это из-за другой крайности, которая есть у нас в Индии. Мы должны уважать всех святых. Но в наши дни святые — это лжесвятые. И не просто лжесвятые, некоторые из них — дьяволы. Так что они не будут говорить «мы дьяволы». Когда они не говорят, что они дьяволы или еще кто-то в этом роде, они не приходят в своей истинной форме. И эти простые, невинные люди, которые ищут Бога, просто идут к ним, отдают им свое сердце, делают все, а потом оказывается, что они дьяволы. Когда обнаруживается, что они дьяволы, тогда эти люди удивляются. Затем они возвращаются оттуда и отправляются к следующему гуру, затем к следующему. И вред нанесен. Но они избавляются от этого вреда, потому что осознают, что вред был нанесен. И они знают, что такое истина и чего следует ожидать. Я бы сказала, что в этом состоит благословение этой страны, то, что люди знают, чего ожидать. Понимаете, люди не захотят идти. Те, кто действительно очень хорошего качества, не пойдут к человеку, который показывает что-то сенсационное, впечатляющее или какое-то чудо, чамадкар. Они не пойдут. Но они пойдут к другим, более тонким людям, которые очень хитрые и устраивают шоу другого рода, и просто говорят, нет-нет, это способ, которым вы можете достичь наивысшего. И вот как большинство сахаджа-йогов Индии также, за исключением деревенских жителей и людей с периферии, большинство городских жителей были у каких-либо гуру или у кого-то в этом роде. Но несмотря на все это, они оставили все. Я сказала им, вы должны делать на них шубитинг. Они будут делать это с утра до вечера. Каждый день он выполняет садхану в течение часа. Он очень занятой человек. А здесь, даже из-за того, что нужно встать рано утром, люди ворчат. Я имею в виду, что можно сделать с такими медлительными людьми. Понимаете, это невероятно трудно. И это то, что, я думаю, мы должны понимать, что мы несем очень огромную ответственность. Очень огромную ответственность на Западе. Потому что это должно произойти в Лондоне. Это должно случиться в Англии прежде всего. Вот почему вы несете очень большую ответственность. Вы должны оценивать себя, и вы должны оценивать сахаджа-йогу снова, снова и снова. И знайте, что то, что делает вас медлительными, это ваше эго. Или даже суперэго там присутствует, без сомнений. Но эго — это основная проблема. Я должна сказать вам, эго — это основная проблема. Но я не осмеливаюсь никому говорить, это ваше эго, потому что оно просто запрыгнет мне на голову. Но постарайтесь увидеть свое эго. Как оно уклоняется? Потому что вы ищете свою собственную радость. Вы ищете свою личную собственность. Это то, что принадлежит вам и спрятано от вас. То, что вы искали веками. Вот что я сейчас должна открыть вам. К чему спорить с человеком, который пытается дать вам наивысшее? Это просто напрасная трата энергии. Не тратьте свою энергию на эти вещи, на легкомысленные вещи, на поиск недостатков. Так вот, он занимался организацией нашего лагеря в Дели. Он тот, кто организовал печать нашей книги и прочее. И все прошло очень гладко. Я не знала абсолютно никаких проблем там. Ты просто говоришь, должно быть сделано то-то. Хорошо. Я не знаю, как это получается. Вы останавливались в Дели, вы видели, как много людей там было. Ни одной проблемы. Вы слышали о том, чтобы кто-нибудь жаловался, кто-нибудь спорил или дрался друг с другом? Ничего подобного. Понимаете, это не является признаком интеллекта также. Все время пытаться искать недостатки друг у друга. Или винить самого себя. И то, и другое неправильно. Самое лучшее, это расти в мудрости. Мы должны расти в мудрости. Мы сами увидим, что мы становимся мудрее и мудрее. Некоторые из вас действительно очень выросли.
Некоторые все еще то поднимаются, то опускаются. А некоторые все еще находятся очень низко. Так что все мы должны подняться, и все мы должны идти вместе. Если кто-то достиг чего-то лично, это не имеет смысла для сахаджа-йоги. Как я вам говорила, это коллективное свершение, которое должно произойти. Все вы должны совершить это. И это так славно, что сегодня у вас есть настоящие братья и сестры по всему миру. Когда бы вы ни поехали туда, они будут встречать вас с полным любви сердцем, как вы встречали их. Но мы все должны подняться и достичь точки, где мы можем встречать друг друга с полной любовью, открытостью, без всякого беспокойства о чем-либо, без всякой боязни кого-либо, потому что они ваши братья, а вы их братья, и поэтому вы должны любить их. Это будет возможно только тогда, когда мы избавимся от наших страхов здесь. Потому что есть также и другая сторона этого, которая заключается в том, что эго всегда имеет страхи. Поскольку оно нападает на других, оно также боится, потому что знает, что другие могут атаковать. Так что это момент, о котором нам следует подумать. Но ни в коем случае это не означает презирать себя. Никогда. Вы святые, вы должны знать это. Вы реализованные души. Сколько реализованных душ в этом мире? Сколько тех, кто может поднимать кундалини? Сколько тех, кто понимает, что такое вибрации? Я хочу рассказать вам о том, что вы получили на Пуджа Шри Гуру, и сколько всего вы получили внутри себя, что встроилось внутри и теперь работает, и как ваши чакры пробуждены посредством сахаджа-йоги. Как он говорит, да, это произошло. Но что вы делаете в этом плане? Это величайшее из величайшего, что может с кем-либо произойти. Вы это знаете. Также вы знаете, что это величайшее событие, которое было предсказано много лет назад, как последний суд. Вы знаете, что это способ, которым вас будут судить. Поэтому мы должны трудиться очень усердно. Мы должны работать. Вы получили это без всяких усилий, это правда. Но чтобы поддерживать это, сохранять это, чтобы подняться выше, мы должны религиозно осуществлять это с очень скромным отношением, получая больше, больше и больше, впитывая это внутрь своего существа. Пусть это просочится в ваш мозг, полностью покрывая его. Пусть это радость, это вечное блаженство войдет внутрь вас. Я так страстно желаю этого. Не делайте себя маленьким человеком. Имейте более широкое видение. Имейте более широкие представления, потому что теперь вы принадлежите к более широкой вещи, к самой большой из всех, к изначальному, к высочайшему, к Вирате. Если вы осознаете свою важность, тогда вы осуществите это. Понимаете, если вы увидите индийского сахаджа-йога, вы будете поражены. Он спит всего 2-3 или 4 часа, но он не бросит свою садхану. Если он может иметь полноценный сон, хорошо. Первое, о чем он думает, это уделить один час на садхану утром. Как угодно, но я должен уделить его. А на сон мы спали всю свою жизнь. Мы должны исправить себя. Мы должны подняться. Мы должны идти вперед, чтобы достичь своего собственного. Вот что самое главное. Увидьте свой эгоизм. Прошу вас. Знать свое «я» — это величайший эгоизм. Если вы не знаете своего «я», весь эгоизм бесполезен. На санскрите мы называем это свартха. Свартха означает эгоизм. Если вы разобьете это слово, получится сва и артха. Если вы знаете назначение своего сва, то есть своего я, тогда это и есть величайший эгоизм. Так что вот что это такое. И мы очень счастливы, что он здесь. Мы приедем в Индию. В следующем году мы также планируем приехать в Индию, и вы встретитесь. Многие из них, возможно, приедут в Дели, Бомбей. Они все ждут вас, они все планируют, как принять вас. И они так счастливы, что так много сахаджа-йогов приедет из Лондона и отовсюду. И вы знаете, как они заботятся о вас, и как они счастливы и рады этому. И с нами определенно произошли некоторые неправильные вещи. Мы знаем это. Мы должны понять их, потому что существуют проблемы нашего чрезмерного мышления, чрезмерного чтения и чрезмерного доминирования.
Но мы можем очень легко избавиться от них. Нужно просто отделиться от самих себя, посмотреть на себя и спросить: «Ну, господин, как ты?» Если вы скажете так, немедленно ваше внимание направится туда, и через свое «я» вы увидите свое внешнее существо. Это очень важно. Чем более четко вы себя видите, тем лучше. Вы должны прямо смотреть на себя. А вы не хотите, вы боитесь увидеть себя. Поскольку вы нападали на других и боитесь агрессии в отношении себя. Но не будет никакой агрессии, так как это совершенное состояние, в котором вы видите самих себя. И ни вы ни на кого не нападаете, ни на вас никто не нападает. Вы просто ясно видите себя, и это то, что вы должны видеть. Постепенно вы начинаете видеть свои чакры, свои проблемы и прочее, и вы узнаете, что постепенно это развивается. Но все хотят быстрых результатов. Это нормально. Если вы хотите быстрых результатов, хорошо. Но такие ли вы сами? Если вы такие, вы получите быстрые результаты. Если же нет, тогда будьте терпеливы с собой. Не со мной, а с собой вы должны быть терпеливыми, говорю вам, потому что проблема в вас. Так что вы должны быть терпеливы к самим себе, а не кому-либо еще. Это главное. Если вы терпеливы к самим себе, вы получите эту давно обещанную вам вещь. Но вы должны учиться быть терпеливыми к себе и не злиться на себя, не принижать себя и не нападать на себя или других. Это очень простая вещь. Сделать это проще простого. Но из-за нашей сложной жизни и нашего усложненного мышления мы достаточно сильно переплелись с различными вещами. От этого можно легко избавиться. Вы можете просто ускользнуть от этого без всякой трудности. Я знаю, что вы можете сделать это. Так что забудьте обо всех этих вещах, таких как мой отец, моя сестра, мой брат. Все эти проблемы мгновенно сгорят, как только ваша жизнь побежит прямо. Все сгорит. Ничего не останется, кроме вашего света и других, которые придут к вам за просветлением. Я знаю, что вы собираетесь устроить большой день пуджи-гуру. Перед этим я бы попросила вас подготовить себя. Я могу сделать что-то великое, но у меня должен быть надлежащий получатель. Поэтому вы должны подготовить себя. Подумайте об этом. Любите ли вы других? Любите ли вы? Любите ли вы каждого? Даже просто думать о том, что ты всех любишь, это так замечательно. Я имею в виду, вы спрашиваете меня, все говорят: «Мать, вы выглядите так молодо, как вам это удается?» Потому что я всегда думаю о том, как сильно я должна любить. Я должна отдавать другим так много любви. Просто подумайте, как это здорово любить других. Вы знаете, как иногда люди обходятся со мной. Неважно, я все равно буду любить. Я наслаждаюсь, играя с этим. Точно так же и вы должны любить. И любовь — это то, что будет распускаться. Прекрасно, как лотос распускает свои лепестки и начинает струиться прекрасный аромат. Точно так же будет раскрываться ваше сердце, и аромат любви распространится по всему миру. Она будет звенеть в людях. Я знаю, это может произойти. Чем скорее, тем лучше. И выбор за вами. Вы должны сделать свой выбор. Так что я очень счастлива, поскольку услышала такую прекрасную песню. Да еще и прямо перед Рождеством, которое является очень важной датой для меня, вы знаете. И сейчас у нас есть еще одно Рождество. Рождество, чтобы отпраздновать новое рождение Христа внутри нас. Давайте подготовимся к Его приходу. А как вам готовиться? Это не убегать от самих себя. Не заниматься легкомысленными вещами. А осуществлять это прекрасным образом. Очищение. Очищение необходимо выполнять, если истинное «Я» должно быть установлено в храме этого существа. Да благословит всех вас Бог.